Открытку с ребенком сделать очень даже просто и увлекательно. Для этого нам понадобится шаблончик открытки с вырезанной внутри формы яичка и вот такая вот бечевка. Такие бечевки продаются в хозяйственных магазинах или в строительных магазинах. Итак, с помощью горячего пистолета я приклею эту бечевку прямо вот по форме яичка. Вот такое яичко в серединке у нас получилось. Был у меня декоративный скотч. Я его заказывала на AliExpress. Если кому интересно, могу снять видео с моими покупками для творчества детского с AliExpress. Вот такой вот, значит, красивый с цветочками. И я обклеила вот эту лицевую обложку, потому что она, конечно, была не очень красивая и аккуратная, поэтому обклеила в цветочки. В принципе, вот так. И теперь дадим малышу, чтобы он раскрасил это яичко какой-нибудь яркий цвет, который он выберет сам. Вот такая открыточка получилась у нас с Наумом. Да. Да, здесь можно написать свои пожелания. А мы с вами прощаемся, говорим до новых встреч. Подписывайтесь на канал и смотрите. Пока-пока. И смотрите также другие пока, видео пока, пока. На весеннюю тему. Пока-пока.